Мы приехали в ресторан Мризи и Занави, но помимо ресторана здесь и целая ферма. Еще вот для детишек есть такое развлечение в виде трактора с бочками. Ну, кстати, взрослые тоже катаются. И дот перед нами стоит у машины, его полностью украсили цветами. Вот такое новое применение. Козленок со сливочками. Закусочки, картошечка. Самые клевые дети. Поломал. Приносит такой фруктовый наборчик, замороженный фруктовый сок, а еще чизкейк и сезонные ягоды и фрукты. Учитывая сейчас начало мая, классно. Без человеческой силы мелет на солнечных батареях. Позвала драйвера нам для трактора. Сейчас будем кататься на их ферме. Мы уже закончили ужин. Все взрослые. Нет, ну ладно, один ребенок есть. Уже хорошо.